Хорошо, я даю команду. Снимаются все маски. Голограмма 1, 2, 3. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему фирму коду ДНК. Александр выходит из биоробота, становится рядом. И я даю команду: все копии голограммы, которые находятся в его биополе. Все чужеродное сейчас выходит и становится рядом. 1, 2, 3. Да, у него голограмма. Отлично, все. Берем голограмму, защищаем биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем голограмму в сетку, одеваем на Александра защитный скафандр на время работы. Один, два, три. И вместе с тонкой копией Александра и голограммой поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. И отправляем голограмму в клетку. Один, два, три. Мы приветствуем Александра, интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое би... биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. И я Для даю команду. ощущение, что он семечки щелкает. Семечки? В каком-то кульке. Александр, что это за кулек у вас в руках? Детство. Такое еще не видел. Это его или это Это заботное детство. Хорошо, вы можете сейчас это убрать? Да, он выкинул хорошо, все, поехали. И я даю команду, значит, три сканера. Начинает сканировать все семь тонких тел Александра, пространство над головой, под ногами, вокруг него, 360 градусов. Находит все чипы, датчики, импланты, конвекторы, любые подключки. И ответственный по каналам притягивается в клетку тюрьму от этих подключек, чиповых датчиков. У него демон. Демон, поехали. Какой демон считает цифры над головой у демона? 20. 20 герцов? Да. Хорошо. Поехали дальше. Сокоп. Вот как я и говорил. Дракон. Какой? Синий. Одна голова? Две. Синий, две. Колограмма его. И арахноид у него. Объявляя программу на сегодня, вы обнаружены. Сейчас происходит чистка биополя Александра. Мы находимся здесь. Законно по воле излиянию Александра вы, интерференты, находитесь здесь незаконно. Сейчас будет происходить реверс энергии. Мы будем отдавать вам всю темную вашу энергию. Заберем у вас все светлые энергии по праву. После этого я дам команду каждому выйти и вытащить все, что он оставил в этом биополе. После этого будет проведена проверка. Все, кто пройдут проверку, идут на свою чистоту, дав клятвенное обещание, что они больше никогда сюда не вернутся. Вот, те, кто меня обманет или будет давать неправильную информацию, или оставит что-то в биополе, при проверке она загорится, того сжигая в клетке без предупреждения сразу уходит в галактическое ядро. Всем понятно? Всем понятно. Влад у нас в этой голограмме вот часть души и ключи дракона. И я подхожу к дракону и спрашиваю, а не обнаглел ли этот синий дракон? Mm -hmm. А, он говорит, что он все вернет. Нет, 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 нет. Ты уже зашел далеко. Ты украл часть его его души. Достает печать дракона Си, 1 2, 3, включая на полную мощность. Ну, давит на голову очень Усиливаю ему мощность этого, пусть прочувствует мои намерения серьезные к нему. Выключая печать. Это тебе было сегодня предвкушение, дракон, за вот это, что ты сделал. На такой даже космические гуманоиды и ящеры только идут. И ты уже туда пошел. Хорошо, я, с тобой будет точно такая же судьба сегодня, как с ними. Всех, кто разделяет тонкие копии. Он говорит, что мы долго с ним, и, и он перестал бороться в какой-то момент. Ты его Поэтому довел... я весь... Э, сколько, власть ты власть сидел, сколько ты сидел в нем, Дракон? 23. 23 года, как он и говорил. 23, он 22 написал. Значит, 23 года ты портил ему жизнь. Хорошо, ты сегодня по полной программе получишь. Я тебя прошу, допусти какой-нибудь ложь. Дай мне повод, и я тебе клянусь, я с тебя сделаю в три раза меньше. И оставлю вместо двух голов одну. Он говорит, что все отдам. Посмотрим. Посмотрим, сколько ты украл. Вот посмотрю, когда реверс пойдет, вот тогда и поговорим. А теперь скажи мне, демон, 20 герцовая. у тебя есть контракт с этим человеком? Подожди, ты скажи дракону, чтобы он выпустил эту часть. Дракон, я тебе, я тебе, приказываю сейчас выпустить эту часть Александра, пока я тебя не сжег на месте и сам это не сделал. Ну, он, знаешь, что голограмма, он ее как на две части распахивает и оттуда. Ну, вот же ж паразит. Вера, какой у, нее, какой, у него уровень? А ну, посчитай цифры над головой дракона. 326, одна. Угу. 5081, вторая. 5081, а еще говорят, что у вас осознанность какая-то есть. Да какая у вас осознанность? Ты просто паразит, ворующий энергию. Никакой у тебя осознанности нету. Ты самая низкая цивилизация, потому что ты вынужден воровать у людей энергию. К тебе никакого уважения, дракон синий, нет. Итак, я обращаюсь к демону. Демон, на каком основании ты находишься в биополе? У тебя есть контракт? находиться здесь нет контракта нет хорошо как, как долго ты находишься в этом биополе три года с ним уже хорошо на какую энергию ты зашел на какие эмоции какая частота была опиши мне ситуацию когда это было злость злость это твоя частота да моя конечно ну, если один раз человек злой, ты сразу не зайдешь. Ты, это, наверное, наверняка чаще должно повторяться, да? Регулярно. У него да. злость доходила до, до крика. До крика. А крик – это приглашение демонов. Открытые двери, не так ли? Моя чистота. Хорошо, демон, хорошо. Значит, три года ты сидел там. Сукуп, как долго ты находился в этом биополе? На что зашел? Ну, он тебе говорит, ты что, не видишь, нас ты зашел? Я вижу. Ты мне скажи, как долго ты находился в этом биополе? Два с половиной. Там есть твои накидки или только ленты? Ленты. Ты не делал его неаттрактивным для другого пола? Ты не ограждал его как-то? Делал не Ну, не знаю, я, я уже встречался просто, поэтому и спрашиваю. Были такие случаи, когда женщину или мужчину кто-то не замечал, Именно по той простой причине, что на них была накидка или инкуба, или скуба. Ты знаешь, о чем я говорю? Нет, я не против. Хорошо. Так, два с половиной года. И Арахноид, как долго ты находился в этом биополе, где ты подключился? Какую-то машину он показывает. Машину в автомобиле? Что там было? На заднее сиденье. Просто спустился к нему на голову. А он в машине сидел? Да. Ничего себе. Арахноид, ты что, любишь на машине ездить? Я еще не видел арахноида в машине. Обычно в зданиях сидят, а ты как-то такой весь прогрессивный. Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? Он говорит, что он с кого-то слетел, не, запле... Нет, не зацепился хорошо, слетел и оказался а -а -а. в машине. Все понятно. Хорошо. То есть, у тебя не было такого твердого намерения куда-то входить в его биополе лично, из-за энергии или так далее? Нет? Просто так получилось перелез к нему. Хорошо, Рахнует, скажи мне, в этой квартире, где живет Александр, находится твоя паутина, твои дети, твоя энергетика? Нет, он только в нем. Хорошо, Рахнует, он знает, есть ли в квартире порталы? Арахноид в нем сидит. В портале? Не с квартирой. А, понятно. Хорошо, Демон, ты в курсе, есть ли порталы в квартире Александра? Он ну, говорит, я в курсе, зачем тебе? Ты спрашиваешь, зачем мне, находясь в клетке? Ну, с тем, что, возможно, Александр захочет почистить квартиру и закрыть все порталы. Их уничтожить. Чисто из любопытства, поэтому я спрашиваю, демон. А ты видишь эти лярвы на его теле? На подошвах лярвы. Вот. Я хотел тебе отдать, а потом думаю, зачем они тебе? А, да, да, да. Ну вот, видишь? А ты мне только что так ответил. Так ты, ты же закроешься. Как я у я тебя перемещаться буду. Я тебя отправлю на твою чистоту, но ты больше никогда ни в его квартиру, ни в него больше не зайдешь. Потому что если ты второй раз со мной встретишься, а ты просто вспомнишь историю Вельзевула. Ты знаешь, где он сейчас? И знаешь, почему и кто его туда отправил? Ты, наверное. Ты понимаешь серьезность моих намерений? Я понял, я все понял. Хорошо, поэтому я тебя еще раз спрашиваю, сколько порталов в квартире? Входная дверь. Входная дверь, хорошо. Так, у кого-то из присутствующих что-то еще в квартире осталось? На их чистоте, потому что я, возможно, их вытащу второй раз. Если они со мной второй раз увидятся, я их накажу. Итак, я спрашиваю, есть ли что-то в квартире Александра от вас? Или там свои космические гуляют? И низковибрационные? От них нет. Все, меня это устраивает. Поехали дальше. Все, переходим тогда к процедуре. Реверса энергии мы все уже узнали. И я даю команду тонкой копии Александра спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены, низкой вибрационной энергии в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Посмотри, что к дракуну и к этой копии идет. Меня больше всего интересует. Он Синяя пока... Грязь. Синяя грязь. Да, 23 года. Я даже не знаю, дракон, что с тобой делать. Ты знаешь, если я тебе дам откат этой боли за 23 года, который ты причинил Александру, ты и минуты не проживешь. Мы уже проверяли. Поэтому я в глубоком раздумье. Придется спрашивать Александра, как он захочет с тобой поступить. У нас есть такое понятие на земле, которое вам неизвестно, называется благородство. Это даже когда тебя обижает, тебя могут еще тот, кого ты обидел, простить. Мне кажется, ты не поймешь, о чем идет речь. Но шанс у тебя есть сегодня уйти. Ты даже не понимаешь, как ты ему жизнь испортил 23 года подряд, воспитывая свою 326-ю голову, которая 10% своей жизни почти прожила в этом человеке питаясь, пожирая его энергии. Усиливаются потоки в 50 раз до последнего микрона, все назад. Закончилось. Да, Устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Александр, забирая чистые, светлые, божественные энергии, обратно пошли энергии божественные, чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Александр себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усиливаем потоки в 100 раз. До последнего микрона все назад. Арахноид, как долго ты находился в биополе? Александра. Три. Три года. Хорошо. Готово. Хорошо, все. Я прошу сейчас выйти арахноида и вытащить все, что наставил биополе Александра и вернуться в клетку. Все забирает до малейшего микрона ДНК. Никаких следов, чтобы не было. У него очень много паутины в голове, спутанные мысли. Спутанные мысли в голове – это работа арахноиды. Представляешь, как это великолепно идет в сочетании с этим синим драконом, паразитом, с голограммой, с ключом. И с частью... У него на затылке сидел. Дракон? Или арах? А, рахнует? да. Собрался. Так, и я даю команду сейчас выйти с укубы, вытащить все, что он оставил. Биополе. Все ленточки. И доложить. Что он делает, Вера? Но он снимает, у него какие-то сапоги ковбойские. На шее у него. Ошейник. А Заклепка такая. Угу открывает ее по рукам, по телу, везде снимает. Нормально ты за два с половиной года обосновался, Сукуп. Снял. Хорошо, так, демон выходит сейчас, снимает все, что наставил в биополе и докладывает мне, как закончит. Здесь тоже ленты на ногах и руках. Видать, место такое хорошее вырабатывает, много энергии. Конечно, боль. На подошвах у него лярвы. Я знаю, что у него лярвы на подошве. Я дам команду эти лярвы снять. Без моей команды никто их не снимает. Собрал. Хорошо, Демон, я тебе разрешаю забрать все лярвы, которые находятся в биопоре Александра. Все забирай. Где он убирает? На, на подошве? На подошве, хорошо. А на шее ничего не осталось, ради? Ну лярвы нет. Нулярвы нет, хорошо. А в общем, этот... Демон, он ему коврик какой-то красный, под ноги делал. И что это за коврик, демон, для чего он был сделан? Объясни его функцию. Раздражал, сидел он на нем. А -а -а. Дергал, дергал за вот эти нит нити на руках, на ногах. И какую-то энергию вызывал крика? Злости? Страха? Как раздражение. Как раздражение. Злости. То есть человек постоянно был раздражен, Неудовлетворен. собой и так далее, и так далее. Депрессия. да, это все ваше, это все ваше, конечно, да. Хорошо, все это ты забрал, сейчас и лярвы тоже, да? Да, забрал все и лярвы. Хорошо, Хорошо. сейчас я даю команду на рассинхронизацию. А, не, стоп, сейчас у нас синий дракон еще остался. Дракон, выходишь, снимаешь все, что ты оставил, вытаскиваешь все платы, забираешь все свои энергии. И смотри, если что-то при проверке найдется, никуда ты не уйдешь больше уже никогда. У ну, него а подключки. Где? Голова, провода. Голова. Да, там должно быть полтоны всего этого. Платы и голограмме подключки тоже к рукам. Даже похлеще Греев. Готов. Да, хорошо. Так, и я даю команды сейчас, значит, три. Начинается рассинхронизация энергии Александра с энергией демона. Процентов из биополя Александра. Александр забирает сто процентов своих энергий у них. Один, два, три. Начинается рассинхронизация. Пошла энергия. Каждый забирает свои энергии до 100 процентов. Готово. Хорошо. И я подхожу к Александру, кладу руки на плечи и помогаю ему моей энергией сжечь на счет три все каналы. Один, два, три, удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, все каналы улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. я даю команду, значит, три сканера начинает сканировать все семь тонких тел Александра, делается проверка, малейшие частицы сжигаются чужеродные. Если что-то более крупное будет найдено, загорается ярко-красный маячок. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Александра. Зеленый. Хорошо, все прошли Хорошо, все, я обращаюсь ко всем присутствующим Вы больше в это биополе никогда не зайдете Потому что мы будем его проверять при, при, при первой же жалобе Александра на плохое самочувствие Через 10 минут я вытащу ответственного Он будет сидеть в этой клетке тюрьме. Для меня никакого этой проблемы не представляет Поэтому я вам рекомендую найти новое место обитания Всем понятно? Да Хорошо, и демон готов уходить? Да, готов. Хорошо, открывается внизу портал на чистоте демона. Один, два, три. И демон уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Сукуп, ты все понял. Новое место найдешь себе. Готов уходить? Да, он вздыхает. Ой, я тебя прошу. Но он сукубы вытаскивали, которые по 14-20 лет сидели. Там целая сцена была. А тут два с половиной года, и ты уже переживаешь. Все, открывается внизу портал на частоте Сукуба против часовой стрелки 1, 2, 3. Сукуб уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Ставил огненную пентаграмму. На встречу новым знакомством пошел. Ой. Готов. 10 минут пройтись, и он уже встретит. Так, арахноид, ты все понял. Больше мы не встречаемся. Ты готов уходить? Да, готов. Кстати, ты пушистый, поэтому такие вери нравятся. Он сейчас клубок смотался и готов уходить. Хорошо. Все, открывается наверху портал на частоте, против часовой стрелки на чистоту арахноида. 1, 2, 3. И пушистый арахноид уходит на свою пушистую чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Он выкатился. Готов. Великолепно. Так, и у нас остался главный виновник сегодняшнего торжества. Все, что дракон оставил сейчас. Дракон, я вот сейчас думаю, может тебя засунуть в эту голограмму, а? А ключ выкинуть в галактическое ядро? Как ты думаешь? Или вставить в тебя все платы сейчас и проверить, как они работают? Может, дать тебе откат за 23 года сразу? Он говорит, не делай ошибок. А почему ты думаешь, что это ошибка? А что разве карма это ошибка? Что разве получает за свои поступки это ошибка? За, как за хорошие, так и за плохие? Ты 23 года воровал у нее энергию. Я хочу тебе отдать всю боль за эти 23 года. Он ты говорит, что он 23 года соглашался со мной и разрешал мне воровать. Ты обманом вошел в его биополе, дракон. Если ты мне еще один раз соврешь, я тебя уменьшу в два раза. И ты вообще уже никуда не уйдешь. Ты обманом вошел. Тебе достать контракт, который ты ему подсунул? Или ты мне его сейчас расскажешь? Каким обманом ты зашел к нему? Кем ты представился? Что ты ему пообещал и что ты сделал? Давай рассказывай. Что ты ему пообещал? Какой ты ему контракт подсунул? Планы на будущее. Планы на будущее. И что ты из этих планов сделал? сколько ты энергии у него украл. 80% от этих планов. Что-то сбылось. И сила моего намерения устанавливается все, что принес дракон в него. Один, два, три. И включает это все на полную мощность. Пошла энергия. Да, будет так, а так и есть. Получает откат. Вся боль, которая была причинена Александру за эти годы, возвращается к нему назад в течение одной минуты. он пытается переконвертировать эту боль какую-то энергию. А, великолепно, давай. Увесиливаем мощность. Один, два, три. Все, что за 23 года он боль причинил, возвращается ему импульсом. Один, два, три. Пошел импульс. Он говорит, что ты меня можешь раздавить этим. А ты что делал с Александром? Конечно, могу останавливаю это все, 1, 2, 3. Все, что я установил в нем, выходит из, из клетки тюрьмы, 1, 2, 3. Зависает перед клеткой. Есть. Открывается портал, отправляю в галактическое ядро, 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Еще раз повтори мне, что ты сказал насчет того, что что-то сбылось. Часть плана. Твоего плана дракон я вижу ты так и не осознал часть да? его планов сбылась да, Что это... ты спрашиваешь я не понимаю это что твоя заслуга что эта часть планов сбылась это он сам работал над этим твои заслуги там нет ты сейчас приписываешь себе чужие заслуги ты все 23 года воровал у него энергии дракон и ты должен это признать что ты пришел как мелкий вор хоть и такого высокого уровня, я думал, ты осознанный. Какой ты осознанный? Ты просто обыкновенный паразит, вампир, который видит и которому наплевать на все, который считает себя выше закона мироздания. Вот кто ты, и пусть твоя молодая голова и слышит. я бы тебя 1-0 убрал и сделал тебя 508, а не 5081. Он говорит, тебя... дай нам Я еще так не решил. Я сейчас прошу Александра. Александр, я обращаюсь к вам. он меня... Александр, он меня слышит? Слышит. Александр, примите, пожалуйста, решение по отношению к этому дракуну, который 23 года портил вам жизнь. Вы хотите что-то ему сейчас сказать? Какое будет ваше решение по его дальнейшей судьбе? Это ваше право. Он находится в вашем биополе. Вы говорите, вас... что сегодня столько много говорили про злость, что я не хочу быть злым. Если есть возможность, чтобы он отстал от меня, и я отпущу его. Видишь, дракон, тебя простили даже после 23 лет твоих издевательств над человеком. Вот это и называется человеческая душа. Это называется великодушие. Это то понятие, которое никогда в твоих мирах только считанные драконы, возможно, когда-то узнают. Повезло тебе сегодня. Но для тебя второй раз увижу в его биополе, я тебя сожгу. И я жду сейчас от тебя слова синего дракона, что никогда больше даже в мыслях не, со... не вернешься в биополе этого человека, иначе мы опять встретимся с тобой. Я даю честное драконье слово, я не зайду в него и не появлюсь на его чистоте. Ты понял свой урок, дракон, сегодня? Или ты только жалеешь да, о том, я что. понял. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Один, два, три. Он уходит на свою чистоту, закрывая печатая, растворяй. Готово. Фу. Хорошо, Вера. Поехали дальше. Мы все убрали, включаем вибрационные лучи, вытесняем всю их чужеродную энергию. Демона, сукуба, дракона, арахноида. Все за пределы этой комнаты. Остается только наша энергетика и энергия Александра. Готово. Переходим на чистоту магическое воздействие, если такого есть, оно проявляется. Чисто. Переходим на чистоту неупокоенной бесплотные души. Чисто. Переходим на чистоту бесплотные подселенцы. Чисто. Переходим на чистоту негативный эгрегор, мешающий жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. У него что-то есть. Спрашиваем тонкую копию. Готов ли он расстаться с этими эгрегорами? Пусть посмотрит. Он говорит, сожги не нужны. Хорошо. И проводим работу по отключению. Я подхожу, даю ему не необходимой энергии. На отключение эгрегоров на счет три. Один, два, три. Шоковый удар сжигает каналы к эгрегорам. Готов. Открывается портал в галактической и Улетают в галактические дроны на переработку. Закрывая печатая растворя. Есть. И на счет три выходит все э фантомы Лярв. Один, два, три. Зависает в воздухе. Есть. И открываем портал в галактическое ядро. Лярва улетает, фантом улетает в галактическое ядро на переработку. скрытые копии, зеркала, все воплощения и все перечисленное ранее. 1, 2, 3. Открывается портал в галактическое ядро и пошел сброс этих контрактов в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. Готово, Влад. Он, знаешь, он как разделен на две части. Вот один, который семечки щелкал, он как наблюдатель, а второй, которого мы вернули из голограммы, вот он как раз все это и делает, читает. А этот с семечками принимает кто участие. Кто это такое? Но он раздвоенный на две части. А где эта вторая часть стоит? Обе рядом. Хорошо, ставим маячок. Если одна, одна частота, один и тот же человек, появляется, загорается зеленость. Это он. Хорошо, и давай, я даю команду на счет три. Вторая копия входит в его остальные тонкие тела. Один, два, три. Копии соединяются. И на счет три начинается синхронизация и гармонизация между тонкими телами. Один, два, три. Пошла синхронизация. Это знаешь, это один как будто остался. 23 года назад. Да, а второй, который взрослый. Хорошо. Они одно целое. Поэтому 23 года назад им просто не давали воссоединиться 23 года подряд. Готово. Отлично. Хорошо. Все. Так, мы выкинули все договоры. Да. Отлично. Манифест. Пусть повторяет за мной. Я беру ответственность за свою жизнь, в свои руки, выражаю это намерение своей души и личности. Это да, будет так. А так и есть. Прочитал он? Да, он понял. Вот сейчас он сгармонизировался. Отлично. Как вы себя чувствуете, Александр? Мне надо привыкнуть. Хорошо. Интерферента у вас больше нет. Энергия вы заправлены. Несколько дней, возможно, вы будете чувствовать легкую такую усталость, но это Усталость после болезни, так как никаких интерферентов у вас больше нет. Эта сущность, которая вызывала у вас раздражение, и гнев, 23 года жила у вас, сейчас ее тоже нет. Мы надеемся, что вы будете заправлять энергиями, вибрациями, позитивными мыслями и не будете кричать, чтобы не призывать демонов вот таких вот и более серьезно во сне не пускать вот таких вот как драконов. Ни на что не соглашайтесь, если вам что-то во сне предлагают. Вы все поняли? Он говорит, и я и не кричала особо. Ну, видишь, демону и хватило и этого, о чем он сказал, что зашел на крик, на раздражение, и это его все недовольство, это его чистота. В этом Он говорит, же... что я поняла, что мне нужно баланс внутри себя найти. Конечно, конечно. Это не так и трудно сделать. вот Самое главное, что теперь вам уже никто не мешает из тех, кто был. Поэтому вам это все легко даст. Работайте над собой. Хорошо, Александр. Мы закончили вашу чистку. Будем возвращать сейчас ваш биоробот Вера. И я даю команду. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот душа. Заводим. Подключаем его к каждому внутреннему органу. Каждой клеточке, извилинке головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, Я на месте.